Всем привет! Сегодня у нас будет тест третьего топового рино. Это будет рино с каменной кожей. Сейчас покажу вам его сборочку. Вот такая вот сборка. 12-12. 8-8 каменная кожа. Получаемый урон снижается на 60%. Он тоже кайфовый, но не настолько универсальный. Он, конечно, хорошо держит удар. Рунами у нас будет стоять огненная защита. Почему? Потому что она тоже будет 20% урона выбирать. Ну и плюс мелкое там отражение. Чарами победный выпад. 25 к атаке, 15 к отражению будет. И созвездие аналогично, как и предыдущих. Ангела мы ему поставим, потому что ангел на 9 скилле уже снижает получаемый урон на 80%. То есть у него сейчас будет очень жесткая защита. Сейчас вы это увидите в рейде. Вот есть Анубис, Рину. Ну попробуем. Против нас еще один Рино. Вот смотрите на шкалу моего Рино. Против Стрелка, Рино и Анубиса. Ну, Анубис проседает. Рино вообще ничего нету. Единственное, что может ворожай сработать, порезать ему отхил. Но пока без проблем. Скорее всего, мы не успеем просто убить их. Нам времени не хватит. Ну, как видите, урон держит очень хорошо. Атаки не особо много, но хватает. Если у вас же стоит выбор, что ставить, каменку тоже можно ставить. Но она не настолько универсальная, как огненная защита, но показывает себя тоже неплохо. Так, вот он включился. Забор, как видите, ломает до половины. Так, смотрим. Некрос. Ну, тут, конечно, он будет проседать. Такая пачка против него ворожай. Но все равно, смотрите, как он стоит против героев. Неплохо. Никого, правда, не ушатал. Так, что тут у нас? Стрелок. Анубис, Фрея. Вот, кстати, будет интересно сейчас посмотреть против Фреи. Правда, она здесь первая эволюция, но, как видите, урон у нее очень приличный приходит. Да, нереально против нее пока. Но все равно пока держимся. Лили. Ну, немножко продержались. Надо было начинать с другой стороны. Может, еще повезет, попадется в рейде. Ну, давайте тут против. Так, тут они не топовые. Поищем хранителя. Интересно посмотреть против хранителя, что же будет. Так, вот тут есть хранитель. Смотрим. 312 тысяч. 380.
Да, на 12-м скилле, конечно, разница очень большая. Смысл качать Рину есть. Вот смотрите, хранитель. Ничего не может сделать с тенью. Все, что они там практически наносят, мы все отхиливаем. Ну, по чуть-чуть, уверенно сносим. Да, на такого Рино попасть... А, появился. На такого Рино попасть где-то на битве гильдии, зависнуть. Вы ничего ему не сделаете, сольетесь просто, если у вас не будет питомцев. Так, ну-ка давайте попробуем против черепа. А, тут еще одна Фрея. Даже так. Вот смотрите, он просто не дает им заряжаться. Они по нему не попасть не могут, не зарядиться. Это жесть. Ну. Вот вам Рино на 12-м скилле. Даже череп. Я не знаю, сколько там череп нам наносит. Ну, просто череп слил. Сейчас ему не даст зарядиться опять. Череп не топовый. Где-то 8-й скилл. Ну, все же, смотрите, раз. Удар. Сейчас еще разок и все. Череп не может его убить. Под скиллом даже ничего сделать не может. Все, до свидос. Урона, правда, намного меньше, но зато защита вообще жесткая. Так, а ну-ка давайте тут попробуем на хранителя. Вот у нас выбежал хранитель. А тут еще Ирину подбежал. Так, смотрим. Башенки. Тут, конечно, башни дофига сносят. Но все равно, смотрите, хранитель. Рино такой же, плюс стрелок. Был бы у нас тут, конечно, можно даже вот ее. Не, не успеем, скорее всего. А, хотя затащим, думаю. Не, все-таки слили. Но Рино слили. Вражеского. Так, еще разок. И пойдем дальше на другие локации тестировать. Так, там у нас сверху, кто у нас внизу? Дрейк, Вольтор. Давайте попробуем. Сейчас посмотрим, как же Вольт, сколько Вольт, интересно, ему урона нанесет. Может, он здесь бэвашный какой-то. Ну, как видите, вообще не ощущаем. Вообще пофиг. Я бы так даже сказал. Вольт, Гаргул, Дрейк и Стрелок. Они его, да, коцают, бьют, но особо каких-то проблем для него они вообще не создают. Вот вам сборочка на защиту. Можно также сюда вместо выпада поставить огненный доспех. Это еще добавит ему жизни. Также он будет наносить урон аурой от доспеха. Ну, сами все видите. Он сейчас просто их по одному разберет. Просто неубиваемый. Если ему там еще ворожея подкинуть карасика и плюс какого-то героя, чтобы слона на него вцепить, чтобы стан так часто не проходил. Вы ему ничего не сделаете, никакими героями. Он просто себя по чуть-чуть отхиливает. Да, там Харгул тоже хилит. Но он забирает 60 единиц энергии на 12-м скилле. Это немало. Ну, есть шанс, что сейчас мы сольем. Смотрите, все. Вольтор, до свидания. Следующим у нас будет либо Дрейк. Гаргул, до свидания. Это просто жесть, ребята. Вот вам 12-е скиллы. Рину однозначно стоит качать. У кого каменка, вот такая вот сборочка. Неплохо смотрится, как по мне. Тут, конечно же, ангел решает и еще огненная защита, но я вам показываю топовую сборку и сами все видите, что здесь происходит.
Стрелок нам проблем вообще никаких не приносит. Все, зависли на Дрейке. Не успеем, не успеем. Времени нам не хватит. Видите, стан мешает очень, стан. Вот. Заклинательница на 12 скеле тоже. Смотрите, как дух быстро атакует. 200% ускорения. Тут даже верх ушатали без проблем. Жестко, жестко. Так, давайте еще рейд и побежим на другие локации, потому что, в принципе, в рейде вы сами все видели. Ну, давайте тут попробуем эту расстановку. 311 обратки. Забор шатаем. Вражеского варину. Ну, просто, просто зверь. Черепа раз слили уже. Вражеский Ирину сольем или нет? Слили вражеского Ирину даже. Сейчас я до черепа. Вот видите, у него забор энергии. Все, череп, до свидания. Тыква, до свидания. Гаргул, до свидания. Просто один ушатал полностью всю базу, даже не просел. Да, ребята, вот так вот. Вот вам каменка в такой сборке. Так, Бигфут. Ну, хранитель. Вот тоже интересно сейчас будет посмотреть. Давай, хранитель, бей. Что-то я не понял юмора этого. Смотрим, Бигфут и хранитель. Ну, тут, да, тут ушатали. Ну, тоже, в принципе. Так, хорошо. Побежали дальше. Посмотрим на подземке. На жестокой. Жестокая подземка. Вот это. Давайте одного. Думаю, он тут особо проседать сейчас не будет. Смотрим. Интересно посмотреть, сколько сейчас будут наносить герои ему урона. Так, смотрим. Ну, вроде держится даже один. Сейчас они три меса будут его бить. Ну, он немножко проседает. Ну, смотрите, все же медленно, но уверенно, думаю. Сейчас он будет их тащить. Дальше я, правда, не знаю, там много героев. Плюс нас дракон замедлит, скорее всего. Но по сравнению с теми Рину, которые были, не проседает все-таки. Ну, не так проседает, но... Но проседает, да. Все-таки его убили. Но не хватает ему дамага. Зато защита на топе. Так, давайте потестируем его... Давайте волну. Ради интереса. Правда, у нас тут еще и заклинательница с духом стоит. Там сейчас дух их всех ушатает просто один. С такой скоростью. Так, паладин один выжил. Слили. Ну, как видите, без проблем. Так, тут у нас сейчас, скорее всего, что здание разберут. Да. Ладно, волны это не то. На тест, давайте в турнире. 16-я волна. Низ полностью разобрал. Давайте 19-ю сразу, чтобы не затягивать обзор. В принципе, вы и так уже героя увидели. Что, может, вы уже знаете. Самая основная задача была показать вам сборку. Ну, смотрите на него.
Низ против... Вообще без проблем. 17-е. Варлок. Это будет интересно посмотреть. Смогут ли? Да, ну, Варлок тут он на подражание убился. Дух тоже, кстати, убился. Тут любой убьется об отражалке. Кроме Фрея, наверное. Так, хорошо, давайте посмотрим на урон в королевской. Предыдущие там наносили в районе 180 от Асбастом. Так, создать команду, изменить настройки. Каменка. Смотрим, что у нас будет тут по урону. Так, перешел форму. 100 тысяч наносит. Вот такой вот средний показатель. В районе соточки 115-120. С бастионом наносит в районе 200. 180-200. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Самая основная его задача — это то, что он не проседает благодаря такой защите. Ну, там даже не видно, что у него шкала уходит где-то. Вот так вот. Чисто дефный вариант. Надо будет потестить его на атаке фортов. Так, хорошо. Тут мы, в принципе, посмотрели. Давайте потестируем в экспедиции. Так, экспедиция. Ну, побежали. Так, Арес напротив. Так, сколько у нас тут урон получается? 70 тысяч. Ну, где-то приблизительно 80 критом. Где-то приблизительно такой урон у него будет на битве гильдий. Но смотрите на его шкалу жизни. Просто нереально. Гаргул даже не смог включиться. Череп то же самое, не включился. Все. До свидос. Вот так вот. Первую прошли. Зона поражения очень большая. Непонятно, что это он. А, ну все, в принципе, правильно. На другую цель был загрен. тысячи. То есть в районе 80 тысяч он наносит экспедиции. Ну, good. Так, надо будет взять еще кого-то на зачистку. Тут 3 минуты смотрим, как он бегает непонятно где. Так, душегуб. Ну, думаю, тут нам они проблемы не составят, они первой эволюции. Анубисы слили. Против вражеского арена первой. Без проблем вообще. Даже Влад Дракула, ничего себе. Даже тыковка. Так, есть. Так, давайте там еще каких-то героев наберем. На деф. Точнее, на быстрое убивание потом. Если мы, опять же, не умрем. Ну, они просто не могут ему ничего сделать. Просто жесть. Кто там у нас остался один? Капитан Дрейк.
Гаргул сейчас даже не успеет зарядиться, по идее. Да, не успел. Капитан Дрейк. Ну, кто кого. Там тоже он в кубке стоит. С карасиком, правда. Давай, Ирина, включайся. Ну, как видите. Будет долгий и нудный бой, потому что урона не хватает. Так, есть. Дальше. Ну, по сравнению с предыдущим, и получается, он более живучий. Это, в принципе, логично. Урона, правда, не хватает. Смотрим, Арес Анубис заблокировал, но, блин, они ничего не могут ему сделать. Просто нереально. Так, что тут у нас? У нас тут, выражая свое одушевление, скорее всего, что да. Ну, давайте попробуем. Не, все, убили. Вот так вот череп слили его. Давайте теперь его потестируем в забытой. У меня тут тестовые варианты стоят. Так, раз. Ставим сюда ему дерево, чтобы оживило его. Два. И давайте поставим кого? Ворожая поставим с каменкой тоже. Вот такая будет команда. Особо заморачиваться не будем. У нас главное посмотреть, как он будет выдерживать такой урон. Так. Вот на него загрелись. Смотрите на шкалу его. Просто пофиг. Плюс у нас тут еще дерево дает. Можно еще сюда гаргула взять. Вот давайте ради интереса попробуем. Гаргула взять, который тоже даст ему деф. И выставим его первым, а их сзади поставим. Так, кто там у нас череп? Череп может сейчас так и все... Да, сейчас череп затащит. Не успеем убить, наверное. Да, не успели. Чуть-чуть не хватило нам. А вот вражеская пачка. Так, хорошо. Так, 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 так. Войти. На дерево поставим единорога. На ворожея поставим четвертый сет. Этого нам хватит. И поставим сюда, возьмем сейчас в пачку гаргула. С бастионом. Так, есть, да? Артефакта не будем ставить. Забытое. Создать команду. И сюда еще гаргула поставим. Вот так. Его сюда, гаргула сюда. Нормально.
Так, давайте вот так сделаем. Там будет, они будут второй пачкой. Там получится как раз Рино против Рино. Будет интересно посмотреть. Так, череп. Вражеский череп. Так, давай шатай. Не успели. Смотрим на его жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дали нам тут молчанку. В принципе, ничего страшного. Он просто стоит с фул КП. Ему вообще ничего не мешает. С таким отхилом тут просто нереально его слить. Да, Некрос с воодушевлением, конечно, слабоват. Так, ну давайте еще. Давайте теперь эту первую пачку поставим. Смотрим на... Ну, просто стоит. По нем вообще урон, такое ощущение, не проходит. Просто нереально. Надо кого-то топа поискать сейчас будет. Может, кто-то повезет. Попадется нам посильней. Так, хорошо. Кузьмич. Давайте нападем на Кузьмича. Блин, ну просто нереально. Я смотрю, у него полоска вообще не проседает. Это просто жесть. Как его слить? Просто Unreal. Интересно, как думаете, сейчас моя Фрея? Она сейчас просто всех затащит. Вот так вот. Просто жесть. Так, хорошо. Стайлер. Ну, давай еще тебя сейчас попробуем. Тут у нас... О, тоже интересная пачка. Ворожей сработал, смотрим. Некрос против Рино. Череп, хранитель, по-моему, я что-то не увидел. Все, кто там есть. Стрелок. И что? И Гаргул там есть даже. Смотрим. Ну и они ничего не могут ему сделать. Он просто их убирает энергию у них и все. И по одному сливает. Это жестяк, ребята. Это реально жестяк просто. Да, мы сейчас, наверное, не затащим, не успеем по времени, но сюда минуту времени запросто. Он вообще фуловый стоит. Просто жесть. Стальной какой-то он. Просто неубиваемый. А вот опять Фрейя чудит. Давай, 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 сливай. Да сливай ты уже того одержимого. Так, ну тут надо сливать ворожея, а не Анубиса. Сейчас нам опять времени не хватит. Не слила. Это просто жесть. Так, а ну-ка, успеем. Не, наверное, не успеем. 7, 6, 5. Он себя хилит там. Да, нам чуть-чуть времени не хватило. Ну ладно. Суть не в том. У нас неделя сегодня, вот, сегодня тестов. Так.
Ну, в принципе, в основном я вам показал вот такая вот сборка. Честно говоря, он мне понравился тоже, но я более склонен все-таки к огненной защите, он более универсальный. Тут уже сборка полностью максимум дефная собрана, как видите, немножко ему отхило, никаких проблем у вас ни с какими пачками просто не будет. Все, пишите комментарии, как вам такое Рино, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!